И всем привет, с вами что всеми Стрикс. Продолжаем играть в Left 4 Dead. Здоровыси. Хватит прыг, здоровыся, господи. Сколько я ж можно вообще? Всю команду на дно тянешь, ужас вообще. Там печеньки. Где? На дне. На каком дне? Мне так сказали. Блин. Ребят, иди на дно, там печеньки. Где печеньки? Нам нужны печеньки. О, я побежал, короче, куда-то. Я ни хрена не вижу. Мог бы кинуть коктейль Молотова вперед. Ну кидай, только не в меня желательно. Нет, мог бы ты, у меня-то нет. У меня все тоже. Хорош. Ты же видишь, что у меня в инвентаре. Оно отображается над персонажем. Да, вижу. И бомба тоже? Да. Ты что, вообще единственный, кто тут с аптечки? Ну, теперь да. Опять ведьма. Я слышу ведьму. Погасите свет. Ну, она на свет агрится. Ну, и это тоже. Но она не то чтобы агрится, она быстрее вставать начинает. Оп, паньки. Мне нравятся эти такие двое. Ведьма! Они в нее ткнулись носом. Ура, ботяра сагрил, не мы, приколись, да? Наш твой, точнее, подписчик ушел. Да, я знаю, я тоже ушел немножко. Если бы ты меня спас, я был бы очень признателен. Ну, обернись ты твою налево. Ну, ты бы сказал, он... А ты представляешь, еще реализм включить? Ты меня вообще в жизни не нашел. Ну ты же сказал обернуться, я увидел твои ноги торчащие, стены там болтающиеся. Самое, знаешь, что ржачное? А что он там стоит? Он мне ни одного хп не отбавил. Ну они, да, видимо. Он мне реально не отбавил ни одного хп. Ой, эй, что за подстава? Тут уже да. Ааа! Перезаряжаю! Где она вообще? Все, по-моему, нет. Не все. Блин, зачем мы сюда зашли вообще? Ну тут оружие должно валяться или еще что-нибудь такое. Ну тут смотри, еще одна дырка есть, прямоугольная. Все, бомба. Я не знаю, сюда нам или не сюда. Вряд ли. Скорее всего, мы вернулись обратно. Да, судя по трупам. Ну ладно, небольшой крюк еще никому не мешал. Да вообще. Капец. Ни одного хп не убавил курильщик, но долбанный... Ой! О, до свидания! Но зато это баба. Меня так. Тут бьют, у меня нет оружия ближнего боя. Да я уже раскидал их вроде. Фух. Вперед. А чё он не плывёт-то? Так, а кто не плывет? Лебедь. Да. А где? О, топор. Да там у меня это, как ее, мачете хотел сказать. Катана, короче. Катана. Да. О, бабище. Не бабище. Не бабище. Извини, мужик, тебя перепутал. Ну, очень похож просто. Такой же язык длинный. Тут эти опять зажигательные. Аптека. О, а мне она как раз только одному мне и нужна. И коктейль. А где моя любимая блевотина? Ты не видел мою любимую блевотину? А еще вот эту вот кинем. Там весело? Да куч. Нормально, так и должно было быть. Хотя я думал, что не будет. Она взорвалась сама? Да, ну на огне, видимо. Ой. А тут вода же вроде, нет? А, это не вода. Вот и тут вообще. Они сверху идут. А чё, как?
Откуда? Сверху сыпется. Что? А, достижение Не у знаю, тебя. тут какой-то проход есть. Да. А что, у тебя нет? Нет. Ну, может, Ты оно как-то уже видел было. мои достижения? А написала, что ты заработал. Достижение жареным запахло. Ой. Какой я меткий. Вон, нормально, можно его убить до того, как он сшибет кого-то. Все... Можно. Все проорали, Жаке в итоге он прыгнул на этого мужика. И только тогда его убили. Опять развернитесь! Хороший же. Да, хорошо. Больше не буду. Клон, скотина, живучая. Куда пошел? Вперед. Хватит. Ой. Сзади. Да! Сегодня ты любимчик зомби. Да вообще. Тут аптека. Первый и единственный. А, у тебя она есть? Нет, я взял. Правильно. То есть я вначале сказал, похвастался и взял. Замечательно. Чисто по-еврейски. Куда полез? Твою Зачем мать. Дверь сломали? Так мало того, что сломали, оттуда выскочил жокей сразу на меня. Твою мать. Ой, тебя полечить, да? Нет, нет. В смысле нет? Где кричащий дуб? Это кричащий дуб, а не про американские горки. А, чё-то я думал, новый вид зомби. Кричащий дуб. Там, кстати, вот сюда. Просто стоит и орёт, да, ни хрена не делает. Да. Вот бы где бензопила пригодилась. Распилим один кричащий дуб на 20, да? Ой, там этот жиробас где-то. Скрафтить верстак. А где он? А, о, тут здоровый это. Надо нажать на кнопку. Сейчас нам по горкам надо бежать без оглядки. Ты нажал, да? Да. Там это, да, вот это. Мы должны выжить вперед. А, это ты? А, что происходит? А, меня тащит, обернись. Да. Целься в язык, говорю. Бог в помощь. Бог в помощь. Всё, Ваня. Просто идите по рельсам, и мы... А мы что делаем? Ох, я помню, когда я случайно отсюда сорвался, вот это было обидно. Ну, это же надо еще постараться. Я, короче, такой иду вперед, я не понимаю, почему меня тянет назад. Я думал, по горкам скатываемся. Оказывается, меня эта тварь утянула просто. Так. Где-то она выключается еще, оказывается. Тут потроши. Нет, не тут явно. Слушай, ну по стрелке надо идти дальше. Да? Ну. Бросай меня, беги. Ты это можешь, а ты я знаю. Там? Вали! Да у тебя там полная жизнь. Вали, я говорю. Я еще успею догнать. Ой. А вот в спину стреляй. А, это не ты, да? Нет. Хотел сказать, я вот в спину. Мало того, нас сзади еще и догоняют. Не нас, а тебя.
Нас. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да, Там к вот тебе тысяч. этот чувак прыгающий бежит, Ты обернись. еще сдохни тут. Да, обязательно. Но только потому, что ты просишь. Твою мать! Я не могу. Стреляй по ним. Да стреляй ты по ним. Ну а я что делаю? Я не успеваю тебя патроны. поднять. Да блин. Ну кай. На. Беги. Да все, я тоже лег походу. Беги, негр, беги. Форест не был негром. Я не сказал, Форест. Сзади. А куда? А. Не Окей. знаю, он стрелка. Сзади, спереди и сбоку. Отлично. Ладно, не передумали. Направление выбрано. О, всем пока. Что, убежище, что Да. ли? И сзади догоняют тебя. На. А, не успел. Первый раз вижу черта, а не евреи. Ура, на ведьме. Да. Почти на равном. Так я поздно не стрелять начал. Дробовик-то, по идее, много по ней собирает. Ты единственный, кто бил рукопашно. Но зато я подлечился. Так сейчас все будут с целыми хп. Не, потому что можно было прийти как бы полудохлым, а можно Да, полностью полудохлым. дохлым. Но чуть получше. Так, а патроны где? Вот патроны. Это что, порой приходить полностью дохлым даже выгоднее. Вообще, главное, чтобы хоть кто-то дошел. А вот, кстати, Все, этот, вперед как они сейчас. назвали, какой там дуб? Кричащий? Кремень. Не, Ну, кричащий. кричащий, ну. А что не открывается? Не та дверь. В другую сторону нам просто. Я Я тебя спас. головорез заработал Статуя достижение. мне. Эй, ну да. Хотел сказать, у меня же это было... Топор. Была. Топор. Была топор, была. Нет топора. Ой, это ты? Почти что тебя полоснул. Да я оборачиваюсь, а да ты бегу. Твою мать. Я думал, это зомби. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, меня сейчас убьют. Да, блюют, бьют. Жирный прибежал, как назло. Сейчас еще одна волна прибежит. Забейся куда-нибудь Ни у в кого угол. нет бомбы. Нет. Да тут нет углов. Есть. Они же Главное тут даже сверху поискать. могут спрыгивать. Ой, у меня один хп вообще. Капец. Все готово. Счет 80 хп. Я даже не сказал, что я нашел. Я просто... О, катана. Вот, тут же, по-моему, можно. Аптечка. Не, оружие. Там же Ну, блин. Вообще какой-то слабенький. По-моему, он что-то там неприличное говорит. Нормально. Ой-ой-ой-ой-ой. Откуда тут материализовались эти два бота? Их Смысл? только что не было. Они внезапно появились здесь. Машинки тоже не работают. Не знаю. Может быть, лаги? О, жердяй. А где? Не знаю где.
Я, короче, никого Давай, не вижу, ко встань, мне не махай. подходить. Ну нахрен. Я, кстати, тоже не вижу фонарик, чтобы их включить. Да стоило бы, наверное. Да, я забыл про него. Ты просто решил ведьму не агрить. Никогда. Вообще. Ой, блин. Все. У меня уже плохие воспоминания по этому проходу. Я помню, как мы его... О! Угадай, кто? Блевательница и ведьма. Не попади в ведьму только. Хотя это больше ко мне относится, потому что у меня дробовик. И не говори. А у меня любовь. О! Ща твоя... Как он удачно в лавку вманался, а? А куда идти? Сюда, наверное, куда-то. Сюда. Да. Нет, не сюда. Не, не сюда. Наверное, не знаю, куда-то не сюда. Значит, рядом с ведьмой надо пройти. Тихо. Элис! Ну и пусть лежит. Можно вдруг лезть в пятером сразу же на одну лестницу. Поднял. Я не знаю. А как он? Можно, но зачем? А, то есть он спускается. Там гитара. Эх, гитара. Где гитара? Ну хоть одну ведьму обошли в этой сессии. Нет. А зачем? Где проход? Где гитара? Гитара там, у другого входа. Так, ладно. Помни сюда. По-моему, нам все-таки. Тут только гитара лежала. По той. О, гитара! Отлично. Наверх, короче, да. Ну куда наверх? Не знаю. А тут больше путей нет. Давай тупо тут жить. Я вот сейчас на тюк сена заберусь. Ты там обоих убил, что ли? Не, я вообще никого не убивал, они сами убили. Там не спускайся, ну их нахер. Да ладно, ты горец. Вот и полез. А, отлично, а я пока полечусь. У тебя полное хп, что тебе лечиться? Ну так я только что полечился. Почему оно у меня полное? Что это? Найдем выход? Слушай, ну я честно не помню. Так, ну он сказал через ферму, когда мы забегали сюда. Значит, нам через Может, сюда. Может, там кнопка какая-нибудь? А, тут, по-моему, в одном из стоил дверка. Да. О, все, вспомнил. Вот сюда нам. Капец, у тебя память. Ну да. Что я вот абсолютно не помню. Да. Нормально. Да ты падла. Успела плюнуть, скотина. По крыше. Вылечились. Вот оружие. Попробуем. Чего вы там делаете? Лечимся. Ой, блин, опять плевой курильщик. Поздравляю. Да, я самого. Сам. О-о-о. Там какая-то беда. Идут сзади. И, по-моему, танк. Нет. Да, что-то мы в какой-то прошлую сессию без него прошли. Нет. Ну, был какой-то один, но мы его быстро одолели, по-моему. Не, 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 не было. Ой. А-а-а!
Охренеть, я за край карты вылетел. Сразу насмерть. Ой. Ну давай, Почему лежа нельзя катану взять? Действительно. Лежать и отмахивать. А этот придурок вообще на ферме до сих пор. Короче, мы сдохли. Ну я хотя бы... Ладно, не буду говорить. Хватит на сегодня сексистских шуток. Просто буду стрелять. Стреляй в бабу. Приколись, он что, еще и вас поднимет, что ли? Твою-то мать. Офигеть. А танк где? А танк где, да. Ноги сделал, что ли? Слушай, не знаю. А нет, сзади идет. Оттуда камень только что прилетел. У него, по идее, немного должно было остаться. Так, минус 2. По идее, нет. Ну да, конечно, да, обязательно. Вот этим ты его точно убьешь. Стопудово. У меня патроны кончились, я ничего не могу сделать. Видал? Он за край карты выкидывает просто народ там, где они не должны находиться, и все, и заканчивается. Хорошая тактика. Вообще. Мне бы так с зомби. Блин, ладно, вы же все живые должны быть. В смысле? Ну, наполовину. Так, опять я не туда ломлюсь. Не, в тот раз я не туда ломился. Да пофиг вообще. У меня тут резьба в переходе. Битва негров в тоннеле. Переход? Не, резьба. Фу, резня. А почему ты в три погибели согнувшись стреляешь? Так удобней? Так, метче. Метче. Автомат косой. Ура. А вот если да, согнуться в три погибели и ползти при этом, будет гораздо лучше целиться. Ай, капец. Ой. Бежим через автодром. Перезаряжаю. Там где-то блевальщик. Нормально. Что-то взрывалось. Да, блин. Ай-яй-яй. Ура! Не меня. Меня пугает. Ой, эта твою мать. Пробегай быстро очень. Очень быстро пробегай, там ведьма. Я убежал. И она вроде это успокоилась. Твою, ну сагрят, короче, эти два дебила. Агена. Что-то она тут как-то гораздо слабее, чем в первой части. Нет, гораздо может, слабее, чем в первой части, стала. Это там. Не, ну... Не, и ведьма тоже. Я помню, она тоже могла всю команду положить вообще. Нифига. Она всегда только одного ложила. Нас, ну, сразу же на пол. Приколись. Он мимо плюнул, офигеть. Тебя пытался схватить. Я за угол забежал, у него язык ослаб. Это была его роковая ошибка. О! Ну чё там? Ну тут игра. Ой, танк. Где там? Ой. Ой, ладно. Ну как там? Хорошо. Где? Надо помочь, наверное, беги, да? Беги. Нет, ты главное не останавливайся. А, хорошо, ладно. А ты куда его увел? Назад чутка. А, ну я тогда пока бабу подниму. Я не шучу, имей в виду. Если тебя свалит еще раз, ты уже не стоишь. А, косой. Радуйся, что он косой. Да это он просто не умеет приседать и сгибаться. Я вот не доиграл из-за тебя.
смысле? Ну, в прямом. Ты идешь вообще никак? Ща. Блин. Да! Блин, всего 2 очка. Ладно, дальше пошли. Там же Рабас где-то рядом. Слева, наверное. Не знаю. Эй. Не могу точно позиционировать его сейчас. Просто он есть. У тебя же там супер наушники. Ну я и говорю, я могу только сказать, что он есть, где точно не могу определить. Так, у меня патроны кончились. Нормально. И появились. Где они лежат? А, ты оружие взял? Нигде этот оружие не взял. Это печально. Глотнуть чутка. Так, ну если танк был раньше... Блин, гитары не было. Вот это вообще печально. Это да. Была бита. Так мне гитара. Нафиг мне биту. Бита хрень. Топор, ой, фу ты. Гитара рулит. Ура, мы прошли чуть дальше. Совсем чуть-чуть. Так, это моё? Слушай, я не помню это. Гитары дальше встречаются или вот только именно в этой... Не главе, как ее назвать. В эпизоде. Не знаю. Ну, учитывая здешний рандом, я думаю, должна встречаться. Ой, я помню это, я это помню. Ой, а я это случайно еще и взорвал. Не, это я взорвал. А, да? Ну ладно. Я помню, что их отсюда переть будет сейчас тьма. Какие пушки-то, где хоть одна? Тут, ну тут патроны, наверное, есть. Ну, патроны это далеко не пушки. Это совсем более того не пушки. Интересно, а что нам делать надо? Ну, отсиживаться, видимо. Блин, не знаю, меня забавляет звук этого клоуна почему-то. Да, беги оттуда. Нет. Ни в коем случае. Что, не достало? Нет. Ворота открыты. Какие-то ворота открыты. Да? Ну, которые рядом с которыми я. Стреляйте! Да меня-то за что? За компанию. Я понял. Глупый вопрос был. Ой, я всех за компанию. А, прикинь, я охотнику по морде дал. Выбегай быстрее. А все, я не успел. Если у меня подозрение, что лучше на меня время не тратить. Не то чтобы я умираю там. А, тут бежит херня. Танк-то? Куда она, кстати, делась? А, это не танк. Да твою мать, сдрисни, долбанный зомби. Ой. Я тут пока полечусь, вы там что-нибудь поделаете. Да. Как нефиг делать вообще. Займите себя как-нибудь. Обязательно, тут занятий мало вообще. Не знаю прям чем заняться. Можешь в негров пострелять. Я люблю это делать. Я не хочу делать самоубийство. Охренеть. Прорубаем себе дорогу. Так, вы там сели? Там где-то убежище скоро, насколько я помню. Уже нет. Я в нем. Закрывай нахер. Да умирайте вы уже. Да ладно, цели будут в следующей главе. Ладно, давай пока на этом закончим серию как раз. Полечимся. Так. Это предложение? Нет, это приказ. Так, ну что? У меня 61 нормально.
Да, я тоже так думаю. Да-да-да, пока-пока-пока. Да-да-да, все, молодец. Всем пока и удачи, с вами были Age of Sin и Strix.